хотим сегодня приготовить вот такой ужин овощной. Мама держит пост, поэтому стараемся готовить сейчас больше овощного. Купили на базаре брокколи, капусту, немножко пару помидорчиков, 2 болгарского перца буквально. Купили грибы, сейчас у нас помидоры на базаре от того, что не сезон, они стоят дороже. Поэтому взяли всего понемножку и по чуть-чуть. Грибы взяли, шампиньоны. Отдельно я для нас пожарю котлетки. И сейчас почищу картошку. И все запеку в духовке и вам покажу. На противень немножко налью маслица, присыплю солью, перчиком. И будет замечательный вкусный ужин. Нарезала все крупно. Каждый раз готовим по-разному. Иногда делаем и мелко. Лук порезала кольцами, положила морковку сюда, картошечка. Вот такая красота у нас получилась. Готовим так много, сразу предупреждаю, так как у нас семья большая. Не удивляйтесь, что так много. Ужин на скорую руку. А я топила еду. И вот к ужину решили сделать сок. Мы часто в последнее время стали готовить сок из гранатов. Вот гранаты, правда, уже не очень, но сок из них все равно получается хороший. На сок можно. Вот таким образом делаем сок. Такой у нас агрегат, посмотрите. Сейчас я вам покажу, брат будет делать, выжимать. Гранат пополам разрезаешь, да? Да, гранат разрезаю пополам, ага. Выжимаю. Мама! А, ты два раза его выжимаешь? Мама! Миша еще осталось. Мама! Мама! Мы сделаем, когда прокатываем. Потом одно на другую ставим. А, одну на другую, чтобы еще, да, выжать. Ну, хороший аппаратик у нас. Он очень полезный, гранатовый сок. Как раз сейчас весна, витаминов не хватает. Мама! Все выжилось. Чтобы безрасходное производство было. А корки тоже можно потом высушить и куда-нибудь использовать. Вот столько сока у нас получилось. Мы его разбавляем, этот сок, с водичкой, потому что он очень терпкий и крепкий получается, поэтому разбавляем. Видите, какой насыщенный, красивый цвет у него. И вот такие люля к нашим овощам. Не котлетки даже, а люляшки. Лук просто положила, сформировала их. Лук, соль, перец и одно яичко, чтобы они не развалились у меня. Ну вот такой красивый ужин у нас получился на скорую руку. Вот наша кошечка сопровождает меня. Кстати, все говорили, беременна, а она так и не родила. Может быть, вот в мае будут котята? Пока не знаем, ждем. Так, хочу вам показать нашу смородину. Что происходит у нас в саду? Посмотрите. Это наша смородинка, черненькая. Вот уже 3 куста, и 3 куста зацвело. И миндаль там, вон, видите вы. Миндаль тоже, да, 4 куста, папа меня поправил. Вон там миндаль, тоже на нем уже листочки, как он цвел, я вам показывала. А папа весь день скапывает сад. Потому что если сад здесь не вскопать, я вам рассказывала, летом будет просто рай для змей. Поэтому вскапываем сейчас. Вон пчелка летает. Не знаю, смогу ее вам
заснять тоже. Шмель, да. Да, улетел.